совершено молебное пение еще перед этой иконой, и она для всех участников этого торжества. Будем молиться сейчас, чтобы Господь отворил. Аминь. Обильно на рабев Твоих, всех жителей града нашего в день Его славы. Я хочу всех поздравить с этим великим праздником, пожелать мира, благоденствия, благополучия, неусыпного покровительства Матери Божией, чтобы наш град приукрашался, чтобы жители в городе нашем чувствовали себя защищенными, счастливыми, жизнерадостными. Мы молимся за мир в Украине, мы молимся за мир и стабильность, спокойствие в Днепропетровске. Крестный ход является таким очень мощнейшим символом и приурочен он 240-летию Днепропетровской епархии и Дню города. Мы все верим, что Днепропетровск станет тем городом, в котором будет примирение, в котором будет спокойствие и нормально будут развиваться и города Украины. України. Це справді так. І не лише з точки зору географії. Дніпропетровськ у цей непростий для держави час став надійним форпостом, оберегом миру і свободи українців. Ми впевнилися в тому, що Дніпропетровськ – це і серце Європи. Велике і могутнє наше місто, колиска космічних технологій, столиця вітчизняної металургії, батьківщина славних і талановитих людей – сьогодні об'єднує навколо себе маленькі і великі міста і країни, об'єднує справжніх патріотів, людей доброї волі. В цей день хочу поздравити наш город з таким, ну, з днем рождения. Пускай він буде завжди мирний, щоб люди в цьому городі не бачили то, що люди бачать в других городах, пока місця не видять. Ну, я думаю, все скоро закінчиться і все буде, як у нас, хорошо в цьому місті буде. Я вважаю, що наше місто найкраще в Україні. Я бажаю, щоб це місто розвивалося і далі, було передовим містом і в промисловому сенсі, і в культурному сенсі, і завжди процвітало. Ми хочемо пожелати нашому городу процвітання, міра, щоб всі були щасливі, веселі. З днем города! Хочу так, щоб
не было никогда войны. Мы узнали, что Днепропетровск не только родина ракет в Украине, но и родина украинского виноградарства и виноделия. И поэтому мы организовали этот фестиваль. До 500 сортов вина представили здесь днепропетровские виноделы. И более 200 сортов винограда привезли они сюда, чтобы показать их горожанам в день рождения города. Да, это музыкальные инструменты, называются окарины, изготовлены из глины по старинным технологиям, обожжены и дополнительный обжиг в молоке. Вот такой черный цвет, это дает молоко. Играют по-разному, есть вот музыкальные на 4 отверстия. Самые маленькие, они самые звонкие. Большие, они имеют низкое звучание. Чтобы было точно так же солнечно, чтобы у всех были улыбки, чтобы здесь было спокойствие. Спокойствие и мир. Вот основные пожелания в День города, и не только Днепропетровского, а всей Украины.